Привет! Вы на канале Непоседы. Сегодня мы будем раскрывать вот такой вот мячик. Вот как он выглядит здорово. Мне нравится его уже открыть. И мне он нравится очень. Не терпелось. Да, я уже столько времени терплю. Этот мяч мы купили в Сочи парке. Да. Мы не видели такой мяч ни разу и решили купить его. Что, получается? Да. Актерами просто надо потрудиться чуть-чуть. Наконец-то. Вам его показывали вообще в Сочи парке, как его там делать и все вот это. Да? И он очень крутой. Ах, какой легкий. Да? Совсем легкий? Да, на воздушной подушке. Ну, он пластмассовый, он не как мяч резиновый, а пластмассовый. А это что? Это отвертка. Даже отвертка прям. Да, чтобы специально, если хочешь там всё, ну, что-нибудь сделать такое. И все что? А это надо? Да нет, наверное, остается. Пусть для такого. Все, включать его надо или что? А туда уже батарейки вставили? Да? А нам говорили, что он такой тихо поет. Чувствую, мы долго не выдержим Илюшину игру.